Матч сезона 2021-2022 года в дивизионе «Золотой» между командами «Космо» и хоккейным клубом «Феникс» объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Представляем вашему вниманию судейскую бригаду. Главные судьи матча Сергей Носов, Кирилл Абрамов. Линейные судьи Андрей Абрамян, Игорь Малахов. Доброе утро, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на матче сезона Российской товарищеской хоккейной лиги 21-22, дивизион «Золотой», где «Феникс Москва» принимает хоккейный клуб «Космо». Состав команды «Феникс». Номер 7 – Алексеев Сергей. Номер 82 – Аншаков Сергей. Номер 91 – Груздев Алексей. Номер 1 – вратарь Дьяконов Владислав. Номер 20 – вратарь Евдокимов Александр. Номер 51 – Заваркин Владимир. Номер 10 – Олег Кваша. Номер 88 – Кожокин Егор. Номер 66 – Кондрашов Андрей. Номер 14 – Каратеев Александр. Номер 23 – Денис Кулик. Номер 99 – Михеев Лев. Номер 80 – Новопашин Виталий. Номер 9 – Петров Алексей. Номер 8 – Пилия Даниил. Номер 30 – Сахаров Иван. Номер 93 – Тихонов Кирилл. И номер 81 – Павел Юдин. Состав команды «Космо». Номер 45 – Беляков Николай. Номер 94 – Тимур Бешаров.
номер 13, Богатин Максим, номер 14, Богомолов Николай, номер 89, Юрий Величкин, номер 42, Зимин Денис, номер 50, Калинин Кирилл, номер 63, Костюхин Константин, номер 55, Кошелев Даниил, номер 18, Лебедев Роман, номер 91, Маракин Александр, номер 16, Петров Максим, номер 1, вратарь Рейхель Дмитрий, номер 27, Сергей Семин, номер 35, Назар Шамсуддинов, номер 25, Юрасов Сергей, номер 19, Герман Янов. Пока я объявлял команды, шайба покинула пределы площадки. Выбрасывание будет в центральной зоне. Пока пауза в игре, хочу сказать, что играют лидеры дивизиона, находящиеся на первом и втором месте в таблице. За три предыдущие встречи хоккейный клуб «Феникс Москва» забросил 18 шайб, пропустил 7. Хоккеисты «Космо» забросили 17, пропустили 11. Также хочется отметить на данный момент лучших бомбардиров команд. О, пока я это говорил, шайбу забросил номер 93 хоккейного клуба «Феникс», а именно нападающий Тихонов Кирилл. Он принимает поздравления своих партнеров. До этого в составе обоих команд за проведенные три матча по 4 шайбы забросили Глеб Клименко и Даниил Кошелев. Отличное начало сегодняшнего матча. Быстро команды начали эту встречу. И через полторы минуты после стартового выбрасывания счет на табло уже открыт. Номер 8. Шайбу забросил Кирилл Тихонов, номер 93. Отмечу, что шайбу забросил с передачи Даниила Пили, номера 8. Команды начали без раскачки, сразу нацелены на ворота. Оно и понятно, они играют за верхнюю строчку турнирной таблицы. И в очном противостоянии определят сильнейшего. Отличный момент. И отлично играет первый номер. Вратарь Дьяконов Владислав. Эффектно, надежно. За что получает благодарность от своих партнеров. Уверенная игра вратаря — залог отличной игры. Хочется отметить, что на трибунах присутствуют болельщики, несмотря на осеннюю дождливую погоду и раннее начало матча. Отлично, вход в зону, все чисто, передача на пятачок. И великолепно играет вратарь. 30 номер команды «Феникс» имел отличную возможность, чтобы забросить вторую шайбу. Но уверенная игра голкипера хоккейного клуба «Космо», 50 номера Калинина Кирилла, который не позволил забросить шайбу. Ворот не засчитано, так как шайба была заброшена после остановки игры. Шайба все-таки пересекла линию, но свисток судьи прозвучал раньше. Отличный бросок 51 номера хоккейного клуба «Феникс».
Заварзина Владимира. Но на месте вратарь хоккейного клуба «Космо» уверенно стоит, несмотря на пропущенную шайбу в самом начале матча. Отлично выигранное выбрасывание, бросок и шайба покидают пределы площадки. Тем временем хоккеисты хоккейного клуба «Космо» производят смену. Всего 10 человек на скамейке запасных хоккейного клуба «Космо». И 13 человек на скамейке запасных хоккейного клуба «Феникс Москва». Отлично действуют хоккеисты, показывают высокий темп. Пытаются начать атаку из своей зоны. Отличный пас, отличный вход в зону. Ищет партнеров и по борту отправляет шайбу дальше. Неплохо комбинируют хоккеисты «Феникса». Но спортсмены в белой форме не дают. И вот сейчас отличный чистый вход в зону. Передача партнеру на ход. Борьба за воротами. Олег Кваша пытается отнять шайбу. Навязывает борьбу. Вброс в зону. Сейчас будет борьба, хотя нет. Защитник один-одинёс. Неточная передача. Передача. Штанга. Все немногочисленные зрители слышали звон штанги. Момент был очень опасный. Очередная атака. Чистый вход в зону. Передача на пятачок. Бросок и шайба пролетает мимо ворот. Судья разводит руки. Попадания не было. Еще одна опасная передача. И вратарь останавливает матч. Вбрасывание у ворот хоккейного клуба «Феникс». Сейчас важно, кто выиграет это вбрасывание, кто завладеет шайбой. Хоккеисты «Феникса» разбегаются. Отличная передача в центральную зону. Отличный вход в зону. 82-й номер, бросок и вратарь на месте. Отличный бросок, отличный момент и отличный бросок Аншаков Сергей произвел, но вратарь на месте. Очередная пауза в игре. Сейчас же вбрасывание в зоне хоккейного клуба «Космо». Ищет партнеров нападающий. Выходит на оперативный простор и бросил. Шайба в углу площадки. Передача на синюю линию. И бросок. И на месте вратарь. Уверенно ловит шайбу Кирилл Калинин. Пущенная шайба никак не повлияла на его уверенную игру в воротах. Борьба в зоне вбрасывания. И хоккеисты «Космо» завладели шайбой и пытаются на скорости войти в зону.
Но защитники играют уверенно, не дают развернуться нападающему. И бросок с дальнего пятака, но шайба не попадает в створ ворот. Отличная контратака могла получиться, если бы передача была чуть-чуть точнее. Вот. Судья разводит руки, проброса не будет. И и хоккеисты Космо поехали на смену. Также сменился по ходу игрового момента и Феникс. И свежие игроки вышли на лед. Олег Ваша проходит, бросок, вратарь на месте. Передача на свободную зону. Отличный момент был для броска, но защитник выбрал сделать передачу. На синей линии бросок. Подставление клюшки, но безуспешно. В контратаку бегут хоккеисты в белой форме. Бросок заблокирован. Шайбой был 10 номер. Отличную технику показывает 23 номер хоккейного клуба «Феникс». Отличную передачу. И номер 80. Виталий Новопашин не попадает в створ ворот. И встречная атака. И великолепно играет вратарь. Первый номер хоккейного клуба «Феникс». Дьяконов Владислав. Безупречно сыграл, без паники. Спокойно, как положено. Как учили в спортшколе. Отличный темп держит команды. Бросок, створ ворот, подставление 27 номера хоккейного клуба «Космо», нападающего Сергея Семина. Но не хватило точности. Вбрасывание выиграют хоккеисты «Феникса». Очень уверенно они выигрывают вбрасывание. Номер 82-й шайба. Передача на 30-го. Отличный вход в зону. Теряет клюшку на защитник. И передача. Отличный момент был 51-го номера. У Завардина Владимира. Но шайба предательски не полетела в ворота. Отличный вход в зону. На скорости. Бросок и гол. Отлично. Шайбу забросил 13 номер хоккейного клуба «Космо». Нападающий Максим Богатин. Все мы его и поздравляем. Шайба предательски залетела под мышкой вратаря «Феникса». Отлично. Еще не сыграно и половины периода, а счет уже 1-1. Команды обменялись точными бросками. Что будет дальше? Вбрасывание вновь выигрывают хоккеисты «Феникса». Защитники разыгрывают шайбу. И шайба покидает пределы площадки. Судья дает свисток. Производит смену хоккеисты «Космо». С передачи Сергея Юрасова номер 25 и Константина Костюхина номер 63. Шайбу забросил Максим Богатин, номер 13. Поздравляем Максима с его шайбой. Надеемся, она будет у него не последняя. Отличное движение показывает и та, и другая команда. Отличный вход в зону 93 номера. Но, увы, передача была неточная. В очередную контратаку. Убегают хоккеисты в белой форме.
но не хватает точности. Пытаются найти партнера за счет передачи, но не получается. Тем временем первый период подходит к своему экватору. Сыграно 10 минут матча. Счет пока 1-1. Ищут передачи партнеры хоккеистов. И судья фиксирует проброс. Раньше времени хоккеист в белой форме заехал за синюю линию. Выбрасывание в центральной зоне у синей линии. Олег Кваша на точке выбрасывания у Феникса. И 94 номер. Бешаров Тимур был со стороны Космо. Отличная передача. 27 номер. Хорошо входит в зону, заходит на вираж, теряет шайбу из виду, чем пользуются хоккеисты Феникса, отобрав ее, и уже стремятся в свою атаку. Выход на отличный бросок был у Олега Кваши, но подвела точность. А момент был перспективный, очень опасный. На смене пытаются поймать хоккеисты Космо, но уже в полном составе. Хоккеисты Феникса на льду. Борьба у борта. Прошло уже 11 минут матча, а мы не видели ни одного удаления. Команды играют корректно, профессионально, без грубости. Отличную скорость набрала тройка, атакующая хоккейного клуба «Феникс». Передача по борту оказалась неточной, но борьба продолжается. Хоккеисты «Космо» завладели шайбой. Отличное оставление, отличная передача, вход в зону. Вираж за ворот, опасный пятачок, но никого не было в той зоне, куда направлялась передача. Тем временем Фениксы начали свою атаку. Заклал вираж за ворота. Ищет партнера. Не расстается с шайбой. Долго это все было. Партнеры не поняли этот маневр. Отлично. Вход в зону номер 88. Передача на пятачок. Бросок чуть выше ворот. Чуть выше ворот бросил нападающий хоккейного клуба «Феникс» Даниил Пилия. А момент был очень-очень опасный. Чуть выше ворот. Чуть больше моментов создает хоккейный клуб «Феникс». Подводит точность. Они выходят на оперативный простор, находят момент для броска, но чуточку не попадают в ворота. Вбрасывание в зоне хоккеистов Феникса. И удается завладеть шайбой хоккеистом в белой форме. Ищут партнера передачи. Передача оказалась неточной. Шайба не покидает зону. И отличный момент имел Маракин Александр. Но шайба была заблокирована защитником.
совещаются судьи. Какие-то спорные ситуации. Очередное выбрасывание в зоне хоккеистов Феникса. Все во внимании, вратарь внимательно смотрит на точке выбрасывания. Бешаров Тимур в составе Космо и Олег Кваша в составе Феникса. Кто выиграет эту дуэль, будет видно через считанные секунды. Судья внимательно смотрит за правильностью. И Олег Кваша выигрывает выбрасывание. Хоккеисты Феникса завладевают шайбой. Бегут к атаку. 3 в 3 атака. 23 номер. Отличная передача. Могла пройти, но защитники все контролировали. Пытаются расставиться в зоне хоккеисты Феникса, контролируя шайбу. Наброс на пятак. Нужен бросок, хороший бросок. И 81 номер. Это у нас нападающий Павел Юдин. Произвел отличный бросок, но номер 50-й. Калинин Кирилл уверенно поймал эту шайбу. Выбрасывание вновь выигрывают хоккеисты Феникса. Но ошибаются с передачей и уже снова завладевают шайбой. Неточная передача. Входят в зону хоккеисты Феникса. Отличная передача, отлично по задумке, но плохая по исполнению. Борьба у борта. Хоккеисты в белой форме завладевают шайбой и быстро переходят из обороны в атаку. И вновь инициатива переходит от одной команды в к другой. Пять минут до окончания первого периода. Счет 1-1. Но хоккей не заставляет нас скучать. Опасные моменты создаются. Моменты есть. А значит, заброшенная шайба — это дело времени. В очередной атаке хоккейный клуб «Феникс». Бросок с острого угла 8 номера. Данила Пилия. Шайба хоккеисты Космо. Передача от своей на чужую синюю линию. Мне показалось, была не точно, но хоккеисты Космо завладели шайбой, вошли в зону, расставились. Передача по борту. И шайба выходит в среднюю зону. И хоккеисты Космо начинают свою очередную атаку. Вне игры, вне игры. 55 номер нападающий. Кошелев Данил раньше времени заехал в зону. Вбрасывание в центральной зоне. Неторопливо хоккеисты в белых свитерах начинают свою атаку. Отличная передача по задумке была, но номер 80-й прочитал эту передачу. Грамотно сыграл защитник Новопашин Виталий. Прочитал ситуацию.
и сыграл, так сказать, на опережение. И вот оно, первое удаление в составе хоккейного клуба «Феникс». 23 номер. Денис Кулик отправляется на скамейку штрафников. Будет любопытно понаблюдать за игрой в неравных составах в формате 5 на 4. Возможно, есть какие-то домашние заготовки. И посмотреть, как вчетвером смогут обороняться хоккеисты «Феникса». Выиграно вбрасывание, и шайбу выбрасывают в среднюю зону, но защитник грамотно закрыл синюю линию. Однако шайба все равно покинула. За задержку клюшкой малого штрафа наказан Денис Кулик, номер 23. Пока что не получается у хоккеистов «Космо» закрепиться в чужой зоне. Борьба у борта. И вот два в одного выхода. Вот, грамотно сыграл 51 номер «Феникса». Смену проводят хоккеисты «Космо». Тем временем четверка «Феникса» тоже сменилась. Вошли в зону хоккеисты в белых свитерах. Такой свечой шайба пролетела за ворота «Фениксов». Расставились в зоне. Нужно вывести кого-то на бросок. Шайба за воротами. Разворачивается 55 номер. Попытка выбросить шайбу неудачно. Наброс на ворота. И внимательно играет вратарь Дьяконов Владислав. Ловит шайбу. Тем временем команды пользуются паузой, чтобы сменить составы. Две минуты до окончания первого периода. И 35 секунд до выхода пятого полевого игрока. Вновь шайбой владеют хоккеисты «Космо». Вновь они хорошо расставились в зоне. Ищут передачи партнеров. Находят партнера, и шайба попадает в лицо 89 номера. Матч не остановлен. Он героически поправил шлем. 89 номер Величкин Юрий. Вот и 23 номер вышел на площадку. Команда «Феникс» играет в полном составе. Один более-менее опасный момент был у хоккеистов в «Космо» в большинстве. Отлично вошли в зону. И вновь шайба у вратаря. Он останавливает матч. Первый номер Дьяконов Владислав надежно играет сегодня, несмотря на пропущенную шайбу. Оба вратаря показывают качественную игру. Уверенно ловит все, что летит в ворота. Очередная смена. Вбрасывание остается за хоккеистами «Космо». Бросок от синей линии 25 номера. Защитника Сергея Юрасова. Мощный, хлесткий, чуть выше ворот. Отличная передача защитника. Обыгрывает. И вновь надежен. 50 номер хоккеист хоккейного клуба «Космо», вратарь Калинин Кирилл. Бросок был очень опасный, но он все видел. Никто не закрывал видимость. 30 секунд до окончания первого периода. Шайбы вновь. После вбрасывания выигрывают хоккеисты хоккейного клуба «Космо».
Несогласованно сыграли два игрока в красной форме, не поняли друг друга, дали возможность хоккеистам Космо провести опасную атаку, которая продолжается до сих пор. И вот теперь в контратаку убегают хоккеисты Феникса, 82 номер. Пытался за счет партнера забросить шайбу, а тем временем первый период подошел к концу. Счет 1-1 после первых 20 минут. Встретимся во второй 20 минутке.
начинается второй период матча «Феникс-Москва-Космо» на льду пятерка хоккеистов «Феникса». Номер 10 – Олег Кваша. Номер 91 – Груздев Алексей. Номер 23 – Кулик Денис. Номер 80. Опасная атака может получиться у хоккеистов «Феникса». Отличный вход в зону. Шайба Олег Кваша. Передача на пятачок под бросок. Получилось не точно. Шайба через конек все-таки достигла адресата. Какая-то травма у 23-го. Скорее всего, клюшкой попала по руке. Но шайба хоккеисты «Космо». Отличная передача. Номер 55-й нападающий Кошелев Даниил пытался ее принять, но не получилось. С шайбой хоккеисты «Феникса». Номер 7. Алексеев Сергей отлично вошел в зону. Опасный момент. Он же бросает еще раз. Отличная передача под бросок. Но вместо броска следует передача. Борьба за воротами. Ищет, кому отдать передачу. Номер 82. Аншаков Сергей. Отлично пытался выйти на пятачок номер 51. Атака продолжается. Затяжная атака получается у хоккеистов «Феникс». И сдвинуты ворота, звучит свисток. А тем временем обе команды меняют свои пятерки. Техническая пауза. Устанавливаются ворота. На точке выбрасывания номер 88 Кожокин Егор и номер 19 в составе хоккейного клуба «Космо» Янов Герман. Потерял клюшку атакующий игрок хоккейного клуба «Феникс». Тем временем хоккейный клуб «Космо» проводит свою атаку, входит в зону, наброс на ворота и уверенно ловит шайбу. Первый номер хоккейного клуба «Феникс» Дьяконов Владислав. На точке вбрасывания номер 13 Богатин Максим. Ну, не получается ему выиграть вбрасывание. Выбрасывает шайбу из своей зоны хоккеисты «Феникса». Вход в зону. Отличный момент. Бросок восьмого номера. Нападающего Даниила Пелиева. На месте был голкипер хоккейного клуба «Космо». Очередная атака. Будет удаление. Поднята рука арбитра. Сейчас посмотрим, кто отправится на скамейку штрафников. Девяносто четвертый номер едет отбывать штраф.
Бешаров Тимур. И первое большинство в матче будет у хоккеистов Феникса. На точке вбрасывания Олег Кваша. И номер 99 нападающий. А, прошу прощения, 89 номер был на точке выбрасывания. Величкин Юрий, капитан команды хоккейного клуба «Космо». Начинают свою атаку хоккеисты «Феникса». Пытаются разыграть лишнего, но пока что не получается им войти в зону и закрепиться там. Набирают скорость Олег Кваша, входит в зону, бросок и на месте вратарь хоккейного клуба «Космо». 50-й номер Кирилл Калинин уверенно играет. Вошли в зону, расставились. Пытаются найти партнера передачи. Отличная передача была на 23-го номера. И вновь вратарь останавливает матч. Уверенно пока действует. Тем временем четверка хоккеистов «Космо» отправилась отдыхать. Уже практически минуту команда играет в меньшинстве. Вновь шайбой владеют хоккеисты «Феникса», но теряют на ровном месте в быструю контратаку. Убегают хоккеисты «Космо». Пас из-за ворот. Это может аукнуться, так как они играют в меньшинстве. Вновь шайба вброшена в зону хоккеистов «Феникса». Пытаются прессинговать. Грамотно убивают время в меньшинстве хоккеисты «Космо», прессингуя соперника. Но отличная атака может получиться. За воротами 82-й номер. Передача на 9-го. Он дальше по борту. Бросок от синей, подставление. Но судья свистит. Шайба покинула зону. Защитник Алексей Петров не смог сохранить шайбу в зоне хоккеистов «Космо». Тренер «Феникса» не согласен с этим решением. Но свисток прозвучал. Решение не будет изменено. Тем временем 15 секунд до выхода пятого полевого игрока. Кожокин Егор выигрывает вбрасывание. Отличный вход в зону, бросок и на месте голкипер. Отлично вошел в зону и бросил Кондрашов Андрей. Вратарь «Феникса» сообщает своим товарищам, партнерам по команде, чтобы были внимательны. Бросок от синей линии. Матч остановлен. Шайба зафиксирована. Вбрасывание в зоне хоккеистов «Космо». Вновь первая пятерка игроков «Феникса» на льду. Олег Кваша номер 10. 99-й номер нападающий Лысиков. Шайба хоккеисты «Космо». Передача оказалась неточной. Отличную скорость показывает 13-й номер. Нападающий Богатин Максим. Борьба у борта. Передача не точно. Останется ли шайба в зоне? Нет. Шайба покидает зону «Феникса». Шайба Олег Кваша. Но не получается обыграть защитника. Уверенно сыграл 13-й номер. Максим Богатин.
Очередная атака может получиться у хоккеистов Феникса. Защитники вяжут. Тем временем в атаке хоккеисты Космонов шайбу отобрали защитники и пытаются организовать свою атаку. Хорошее катание показывает 30 номер. Сахаров Иван уверенно вошел, бросил. Теперь еще один опасный момент был, но подставлена клюшка защитника. Богомолов Николай помешал нападающим и забросит шайбу. Петров Максим на точке выбрасывания со стороны Космо. Проигрывает выбрасывание. Шайба хоккеисты Феникса. Уверенно играет корпусом 51 номер. Нападающий Заварзин Владимир. Борьба у борта. Кто же завладеет шайбой? А шайбой завладели хоккеисты Космо. И вновь шайба в зоне атаки хоккеистов Феникса. Вот. И звучит свисток удаления. Удаляется номер 7 Алексеев Сергей, защитник хоккейного клуба Феникс. А у нас стычка на льду. 9-55 номер. Что-то не поделили. Повздорили Петров Алексей. И нападающий Кошелев Даниил. Но все уже улажено. Хоккейный клуб «Космо» имеет большинство. Матч проходит в формате 5-4. Ближайшие 2 минуты. Хоккеисты «Феникс» они убегают в атаку. Предпочитают просто отброситься, потянуть время. За неправильную атаку малым штрафом наказан Сергей Алексеев, номер 7, команда «Феникс». Сергей Алексеев отправился на скамейку штрафников за неправильную атаку. Судьи все видят. Вновь первая пятерка хоккеистов. Вернее, не пятерка, а четверка. Во главе с Олегом Квашой. Грамотно убивают время в меньшинстве хоккеисты Феникса. Не дают спокойно войти в зону. Однако 13 номер наворачивает круги. Нападающий Богатин Максим ищет передачи своего партнера и находит. Отличная позиция была у защитника, который отдал передачу. Опасно было. 19 номер отдавал зрячую грамотную передачу. Герман Янов. Вновь он. Нет, не он. Это уже снова 13-й. Богатин Максим входил в зону, но не получилось. В контратаку убегают хоккеисты Феникса. Даже в меньшинстве имеют момент. 30-й номер. Нападающий Сахаров Иван пытался забросить шайбу в меньшинстве. Вот уже с шайбой защитники Феникса в своей зоне. Никуда не спешат. Время работает на них. Опасный момент. И гол! Отлично, 51 номер. Заварзин Владимир забрасывает очередную шайбу. В меньшинстве это очень здорово. Очень качественно поймали
своих соперников. Пропущенная шайба в меньшинстве может завести хоккеиста в космос. Неприятно такое пропускать. А тем временем второй период подошел к экватору. Вот как это было здорово! Не прошло и 10 секунд, как хоккеисты Космо отыгрались. Шайбу забросил 91 номер. Маракин Александр, с чем мы его поздравляем? Принимает поздравления своих партнеров. А это значит, что большинство все-таки было реализовано. И пятый полевой появится в составе хоккейного клуба «Феникс Москва». Восемьдесят и 16 номера на вбрасывании. Что же покажут команды дальше? Второй период уже повторил результативность первого, а играть еще половину первого периода. Второй шайбу в команде «Космо» с передачей Данила Кошелева, номер 55, забросил Александр Маракин. Номер поздравляем Александра Маракина с заброшенной шайбой и Данила Кошелева с голевой передачей. С шайбой номер 76 защитник. Прошу прощения, 66-й. Защитник Кондрашов Андрей был за своими воротами, но потеря из шайбы хоккеисты Космо. Вновь защитник Кожокин Егор начинает атаку своего клуба. Отличную скорость показывает 23 номер. Вошел в зону, бросил. Это был нападающий Денис Кулик. Въехал в зону, бросил в сторону ворот, хорошо. Заработал вбрасывание в зоне атаки для своей команды. Олег Ваша на точке вбрасывания. Навязывает борьбу, но вбрасывание проигрывает. С шайбы хоккеисты Космо начинают свою атаку. Номер 27 нападающий Сергей Семин пытался навязать борьбу, но не получилось. Шайба хоккеисты Феникса. Но неточная передача, и в свою контратаку убегают хоккейный клуб «Космо». Отличная была передача на 27 номера. На Сергея Семина, но ему не получилось принять и обработать шайбу. Тем временем опасная атака, и никого нету, чтобы замкнуть передачу. Отличный момент, чтобы начать свою атаку. 4 в 3 вкатываются в зону хоккеисты Феникса. 23 номер закрутил вираж, вылазил на пятачок, но грамотно сыграли защитники в белой форме. Атака продолжается. Бросок с острого угла. Бросок с острого угла 82 номера нападающего Аншакова Сергея. Но не попал в створ. Атака продолжается, довольно-таки затяжная. Вокруг да около ворот. И в атаку уже устремляются хоккеисты Космо.
Вратарь уверенно страхует своих партнеров, играя клюшкой. 63-й номер. Пытался поразить ворота соперника. Это защитник Константин Костюхин. Продолжается атака. Хоккеистов в белой форме. И будет удаление, будет удаление. Богатин Максим своими действиями вынудил нарушить на себе правила. На скамейку штрафников отправился 99-й номер хоккейного клуба «Феникс». Защитник Михеев Лев. Прошлое удаление в составе «Феникса» обернулось двумя заброшенными шайбами. Одна влетела в ворота «Космо», вторая в ворота «Феникса». Сейчас посмотрим, что будет в эти две минуты. Вбрасывание выиграют хоккеисты «Космо». За неправильную атаку мало штрафов. Расставились в зоне, но теряют шайбу. Девятый команда «Феникс». Не поняли друг друга хоккеисты. Номер 14 уже отправился на смену. Защитник Каратеев Александр. А партнер хотел отдать ему передачу. С шайбой хоккеисты «Космо». Номер 35 набрасывал на ворота аккуратную передачу. Но партнеру не удалось подправить шайбу. Уже минуту команды отыграли в неравных составах. Хоккеисты «Феникса» пытаются выбросить шайбу из своей зоны. И вот только сейчас это получается. За шайбой устремился 35-й номер хоккейного клуба «Космо». Защитник Шамсутдинов Назар отдал передачу и пытаются начать свою атаку, но не получается грамотно войти в зону и расставиться. Вот защитник, отнимая шайбу, бросил в створ своих ворот, но голкипер все контролирует, все видит. Вброс в зону. Борьба. 80. Опасная атака получается. Номер 51. И не реализует. Отличный момент. Команда «Феникс» играет в полном составе. Отличный момент был у хоккеиста под 51-м номером, у Заварзина Владимира. А хоккеисты «Феникс» играют в полном составе. Пятый полевой вышел. Опасную атаку проводят хоккеисты «Феникса». Нападающий Аншаков Сергей имел возможность поразить ворота, но уверенно на последнем рубеже играет вратарь Кирилл Калинин. Вбрасывание в зоне хоккеистов «Космо». Номер 19 на точке вбрасывания. Герман Янов выигрывает вбрасывание. Шайба уже под контролем хоккеистов «Феникса», но возле своих ворот. И пытаются начать свою атаку, но не получается вывести шайбу в среднюю зону. И отличный момент имеют хоккеисты «Космо». Но уверенно играют защитники. Свою атаку уже начинают хоккеисты «Феникса». Очень активен сегодня Владимир Заварзин.
отлично борется, показывает отличную скорость, имеет свои моменты. Идет позиционная атака, борьба за воротами, пытаются сделать передачу, либо самостоятельно выбраться на оперативный простор. Отлично играет девятый номер. Обыграл одного, второго бросил. И судья поднял руку. Будет удаление. Хочется отметить отличное качество Алексея Петрова, который уверенно обыграл двоих и бросил. Своей активностью заставил нарушить на себе правила. Сейчас малый штраф отложенный. Вшестером пытаются начать свою атаку хоккеисты Феникса. Пас из-за ворот. Передача на защитника. И кистевой бросок от синей линии наносит 14 номер. Защитник Каратеев Александр. Уверенно играет голкипер. На скамейку штрафников отправляется 63 номер. Константин Костюхин. В большинстве играет хоккейный клуб «Феникс Москва». Выбрасывают шайбы из своей зоны. За задержку клюшкой малым штрафом наказан Константин Костюхин. За задержку клюшкой. Третий удален. Косма. Константин Костюхин. 2 минуты до конца второго периода. Позиционные атаки хоккеисты Феникса. Пас на защитника. Щелчок. Уверенно ловушкой отбивает шайбу вратарь. Хороший бросок выполнял номер 80. Защитник Новопашин Виталий. Вновь он с шайбой, но уже возле своих ворот. Набирает скорость нападающий. Входит в зону, ищет партнеров взглядом. Находят защитника. Попытка наброса на ворота. Но шайба заблокирована. Защитники самоотверженно играют. Последняя минута второго периода, сообщает нам диктор. И 30 секунд до выхода пятого полевого игрока хоккейного клуба «Космо». Даже в меньшинстве пытаются хоккеисты забросить шайбу. Но уверенно играет вратарь «Феникса», первый номер. Заварзин. Владимир с шайбой вышел на оперативный простор, бросил, чуть-чуть не попал в девятку. Команда «Космо» играет в полном составе. Быстро прошли 2 минуты большинства, и уже команда «Космо» играет в полном составе. Интересный хоккей мы с вами наблюдаем. Отличная передача, Заварзин, выход 1-1 и... Хорошо убирал, на, чтобы поразить с неудобной руки, но не получилось. Мы уходим на перерыв. Встретимся в третьем периоде.
2:0-6. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам для себя. Остался только... Дорогие зрители, мы возвращаемся на... Третий период матча «Феникс-Москва-Космо» в рамках сезона Российской товарищеской хоккейной лиги 2021-2022 года, дивизион «Золотой». После двух периодов на табло горят одинаковые цифры 2-2. Команды показывают быстрый, красивый, атакующий хоккей. Негрубый. Отличный бросок удается 14-му номеру, защитнику Николаю Богомолову. Он не дает шайбе покинуть зону атаки. Отличная передача на 27-го номера хоккейного клуба «Космо». На нападающего Семина Сергея. Отличный бросок Олега Кваши, который был заблокирован 45-м номером защитником Николаем Беляковым. В своей зоне комбинируют хоккеисты «Феникса». Ищут партнеров. Заварзин с шайбой. Отличный вход, бросок. И вратарь блином переводит шайбу в сторону от ворот. И в контратаку убегают хоккеисты «Космо». И на месте вратарь. И... У нас заварушка, стычка, драка. Эмоции переполняют. Каждая команда хочет победить, и будет удаление. Судья показывает, что будет удаление. Не видно, а с моей позиции кто схлестнулся. Но открыты обе калитки бокса штрафников. И на скамейку штрафников отправляется номер 9 хоккейного клуба «Феникс». Защитник Петров Алексей. И номер 55 хоккейного клуба «Космо». Нападающий Даниил Кошелев. Идут выяснения. Алексей Петров спорит с судьями. Скорее всего, по трактовке удаление. Но на табло висит 2 минуты. Скорее всего, либо за грубость, либо за удар соперника. Сейчас услышим, что диктор по стадиону объявит. Также на скамейку штрафников отправляется номер 93 хоккейного клуба «Феникс», нападающий Кирилл Тихонов. И в большинстве играет хоккейный клуб «Космо». 5-4. В таком формате проходит эта игра далее. Из своей зоны начинают атаку хоккеисты хоккейного клуба «Космо». С шайбой номер 42. Защитник Денис Зимин. Он уже с ней расстался. Идет атака.
пытаются выбросить. Шайба покидает площадку от клюшки защитника Сергея Алексеева. Команды производят смену. Заколчок соперника клюшкой и грубость малыми штрафами наказан. Алексей Петров, номер 9, команда «Феникс». За грубость малым штрафом наказан. Данил Кошелев, номер 55, команда «Космо». Да, как я и предполагал, за грубость и за удар соперника клюшкой. Шайба в зоне хоккейного клуба «Феникс», но хоккеисты выбрасывают ее в свои зоны, еще и навязывают борьбу. Но вратарь грамотно отдает передачу по борту с шайбой номер 94 хоккейного клуба «Космо», нападающий Бешаров Тимур. Передача на защитника, обратная передача, нужен бросок. Но уверенно играют хоккеисты хоккейного клуба «Феникс». Олег Ваша выбрасывает шайбу в чужую зону, тем самым убивая секунды игры в меньшинстве для своей команды. Отличный вход в зону, отличную технику показывает 13 номер Богатин Максим. Но теряет шайбу, и вновь шайба выброшена в среднюю зону. Через 5 секунд команды будут играть в равных составах. Вратарь предупреждает свою команду об этом. Отличная передача была на дальнюю штангу. 14 номер. Защитник Николай Богомолов отправлял шайбу на дальнюю штангу, где его партнер номер 18. Нападающий Лебедев Роман пытался поразить ворота. Вбрасывание в зоне хоккеистов «Феникса». С шайбой хоккеисты в красных свитерах пытаются начать свою атаку. Отличную скорость набирают хоккеисты. Отличный вход в зону. Передача обратная. 51 номер – это опасная атака. Нет, шайба в углу, идет борьба. Игра происходит от ворот до ворот, без центральной зоны. Команды без раскачки атакуют. Броски идут то в одни ворота, то в другие. Отличный бросок. И отличное действие голкипера хоккейного клуба «Космо» Кирилла Калинина, который играет под 50-м номером. 88 номер на вбрасывание хоккейного клуба «Феникс». Защитник Егор Кожокин. И отлично выигрывает вбрасывание своего партнера. И в перекладину попадает. Шайба после броска 8 номера нападающего Даниила Пилия. Судья развел руки. Не было попадания в сторону. А тем временем проброс, и выбрасывание будет вновь в зоне хоккеистов хоккейного клуба «Космо». Хороший темп выбрали команды. Очень динамичная игра. Выбрасывание остается за хоккеистами «Космо». Отлично сыграл на точке номер 16 нападающий Максим Петров. Маркин
борется в углу площадки с хоккеистами Космо. Сразу 5 хоккеистов обеих команд боролись за шайбу в углу. Отлично, 93-й номер подкараулил ошибку хоккеистов хоккейного клуба Космо. Защитник замешкался за своими воротами, потерял шайбу. Отличный наброс на ворота и уверенно играет Калинин. Блином, переводя шайбу подальше от своих ворот. Шайба Олег Ваша. Передача на своего партнера. И с убойной позиции номер 80 хоккейного клуба «Феникс» наносил бросок защитник Виталий Новопашин. И уверенно в воротах вновь сыграл Калинин. Номер 50. На точке выбрасывания с одной стороны Олег Ваша, с другой стороны номер 94, нападающий Бешаров Тимур. Все в напряжении. И шайбой завладевают хоккеисты хоккейного клуба «Феникс», но ненадолго. Возле своих ворот начинают атаку хоккеисты хоккейного клуба «Космо». С шайбой 14 номер. Защитник Богомолов Николай дал передачу на своего партнера, номера 94, который из-за ворот делает отличную передачу. Идет борьба, игрок лежа борется за шайбу. Теперь хоккеисты «Феникса» идут в ответную атаку. Номер 91 ждет своих партнеров. Маркин боролся в гордом одиночестве. Партнеры не успели к нему на помощь. А тем временем в свою атаку. И звучит свисток. Судья фиксирует положение вне игры. Вбрасывание будет в центральной зоне, вблизи синей линии. На точке вбрасывания номер 19 хоккейного клуба «Космо». Ну, проигрывает вбрасывание, шайба хоккеисты «Феникса» входят в зону. Попытка броска. Защитники мешают, создают помехи. Быстро атака сменяет свой вектор. Шайба в зоне хоккеистов «Космо». Номер 63. Костюхин Константин за своими воротами. Отлично борется. Выходит из-под прессинга. Осталось только отдать точную передачу. Ему это удается. С шайбой 99 номер отправлял ее вперед. Не точно. Отличная передача по диагонали. И вновь вне игры. Кто-то поторопился со входом в зону. Отлично мог вывалиться на ворота 19 номер, нападающий Енов Герман. Вбрасывание в зоне хоккеистов «Космо». Незаметно потихоньку третий период ближется к своему экватору. Сыграно 8 минут и будет удаление. 42-й номер неаккуратно сыграл в своей зоне, нарушив правила. Сорок второй номер — это Денис Зимин, отправляется за подножку на скамейку штрафников. Сфалил он на Сергея Аншакове. Пылу борьбы зацепил его клюшкой.
Отличная возможность для хоккеистов Феникса выйти вперед. На точке бросания Олег Кваша и номер 55 хоккеистов Космо Даниил Кошелев. Шайбой владеет хоккеисты Феникса. За подножку в малом штрафе. Расставились в зоне. Отличная возможность для броска. Щелчок. И шайба летит мимо ворот. Отличную возможность забросить имел номер 80 хоккейного клуба Феникс Новопашин Виталий. Атака продолжается. Пас за ворота. Олег Кваша шайбой. Передача на защитников. Расставились в зоне. Отличная передача могла бы пройти вдоль площадки. Шайба за воротами, шайба Олег Кваша. Отличная передача. Суматохи и хоккеисты Космо выбрасывают шайбу. И сразу четверка едет меняться. Подустали они за эту смену. Очень активная минута большинства со стороны хоккеистов Феникса. Вошли в зону, но не уверены. Но шайба не покидает зону. 30-й номер, его вязали. Будет удаление. И мы увидим с вами впервые в этом матче 5-3 ситуацию. Отлично показывал свой дриблинг нападающий Сахаров Иван. Вынудил свалить номера 94-го Бешарова Тимура. Ситуация 5-3. .46 секунд в этом формате будут играть команды, если не будет заброшена шайба. Выиграно вбрасывание, отлично. Команда Феникс расставилась в зоне. На площадке Олег Кваша. За задержку клюшкой малым штрафом. Бросок и не попадает створ. Также на площадке его партнеры. Номер 9 Петров, который выполнил сейчас передачу и находится с шайбой. Номер 30 Сахаров Иван. И выбрасывают шайбу. 15 секунд осталось, чтобы реализовать численное преимущество у хоккеистов Феникса. С шайбой был номер 9. Защитник Петров Алексей. Вышел 4-й полевой игрок. Сразу включился в игру. Отличная передача. И не точно. Шайба покинула зону. Меньше минуты до выхода 5-го полевого игрока в составе хоккейного клуба «Космо». Команды не спеша решили поменяться. Это идет на руку хоккеистам «Космо», так как секунды меньшинства капают. Бросок, и уверенно играет Калинин. А бросок наносил номер 80 хоккейного клуба «Феникс». Защитник Новопашин Виталий. Отличная возможность была забросить шайбу. Но стеной стоит Калинин Кирилл, номер 50. 30 секунд до выхода 5-го полевого. Выиграно вбрасывание хоккеистами хоккейного клуба «Феникс». Пытаются реализовать лишнего. Бросок. Суматоха. Где шайба? Шайба уже за воротами. Уже на синей линии. Передача на защитника. Щелчок. И вновь, как и секундами ранее, возможность забросить шайбу имел Новопашин Виталий и уверенно сыграл Калинин в ворота. С позиции правого защитника. У нас был нанесен бросок. Борьба у борта
Клюшка играет Калинин. В передаче на Новопашина. Дальше бросок. И чуть-чуть не хватает точности 81-му номеру Павлу Юдину. Идет контратака. Хорошую передачу выполнял 94-й номер. Нападающий Тимур Бешаров. Вышедший со скамейки штрафников. Отличную скорость набрал 13-й номер. Нападающий Богатин Максим. Вошел в зону, ведет борьбу, но уступил с шайбой хоккеисты в красных свитерах. Хоккеисты Феникса. Передача по борту. Борьба у борта, падение, судья молчит. Все было в рамках правил. Передача в центральный круг. В одно касание. Теряет клюшку игрок под номером 91 хоккейного клуба «Космо». Маракин Александр. Опасно. Хороший вход в зону, но защитники играют на высшем уровне. Шайбы 88 номер. Защитник Егор Кожокин. Производят смену и те, и другие хоккеисты. Сыграно 8 минут в третьем периоде. Кто же из команд в итоге окажется победителем? Прошу прощения, сыграно 13 минут в третьем периоде. Отличный наброс был в исполнении 7-го номера хоккейного клуба «Феникс». Защитника Сергея Алексеева. А тем временем опасную атаку провели хоккеисты «Космо». 27-й номер имел отличную возможность забросить шайбу. Нападающий Сергей Семин. Но на высшем уровне сыграл вратарь номер первый Владислав Дьяконов. Вбрасывание в зоне хоккейного клуба «Феникс», Москва. Отличная возможность. Но шайба сходит с крюка и не получается отдать передачу. Но шайба осталась под контролем 18-го номера. Но все равно он ее потерял. Вновь со своей зоны хоккеисты «Космо» пытаются начать атаку. 42-й номер пытался отдать точную передачу. Шайба за воротами. Пас на синюю линию. Передача по борту на пятачок. Отличную возможность имел 18 номер хоккейного клуба «Космо». Нападающий Лебедев Роман. Передачу ему отдавал 16 номер. Петров Максим. Было очень опасно у ворот. Шесть минут до окончания матча. Шайбой владеют хоккеисты «Космо». Очень равная, упорная борьба. Никто не хочет уступать. Отличный бросок. Наносил 13-й номер. Богатин Максим, а теперь стремительную контратаку бегут хоккеисты «Феникса». Вираж очередной. И неточная передача в исполнении 82-го номера. Нападающего Аншакова Сергея. И он снова шайба, отличный бросок и уверенно играет Калинин. Вратари и в той, и в другой команды показывают отличный уровень. Борьба на пятаке. Опасный момент был. Шайба под контролем хоккеистов «Феникса». Когда шайба перед воротами, это всегда опасно. Отличный наброс. Подставление.
Клюшку пытался подставить Владимир Заварзин. Но шайба выброшена. И будет проброс. Судьи внимательно следят, чтобы игроки хоккейного клуба «Космо», те, которые были на льду, они и остались. Последние 5 минут третьего периода обещают быть жаркими. На точке вбрасывания Иван Сахаров против Максима Богатина. Но судья меняет его. Нет, обратно. Ну, и такое бывает. И вбрасывание выигрывает хоккеисты «Феникс». Отличный бросок 8-го номера хоккейного клуба «Феникс» Даниила Беляя. Ну и уверенно играет Калинин в воротах. Смену проводит и та, и другая команда. Вновь на хоккейной площадке в составе «Феникса» Олег Кваша. Шайбой. Отличный наброс на ворота. Шайба на пятачке. Борьба. Игрок сел на шайбу. И такое тоже бывает. Пас на синюю линию. Отлично. Полубросок, полупередачу выполнял 80-й номер хоккейного клуба «Феникс» Новопашин Виталий. Передачу он отдавал на Груздева Алексея, номер 91. Это был полубросок, полупередача в расчете на подправление на пятачке. 16-й номер на точке вбрасывания хоккейного клуба «Космо». Нападающий Максим Петров и четко выигрывает свою микродуэль. Но шайба не уходит из зоны. Отличная передача вдоль борта. Какой контроль шайбы показывает Заварзин. И был наброс, и попытка подставить клюшку, чтобы изменить направление шайбы. Вновь Заварзин с шайбой за воротами. Что же он придумает? Передача на 9-го номера. Бросок очень сильный. Шайба выходит из зоны. Петров Алексей выполнял этот бросок. Ни одна из команд не хочет уступать в этом матче. Напомню вам, что играют на данный момент лидеры дивизиона. После 3 матчей оба клуба набрали максимум очков. За счет разницы шайб впереди «Феникс». Отличный бросок Олега Кваши. И отлично в воротах играет Калинин. Очередная атака «Феникса». Неспешно пытаются найти слабые точки в обороне хоккейного клуба «Космо». Отличную передачу по задумке выполнял 23-й номер нападающий Денис Кулик. Тем временем опасная атака со стороны и падение. Судья молчит, но это игровой момент. Прессингуют в чужой зоне хоккеисты «Космо». Даниил Кошелев навязывал борьбу, но сейчас уехал в центральную зону. Отличную скорость. Великолепный сольный проход решился нападающий Даниил. Пилия. Шайба прижата Калининым ко льду. Матч остановлен. До окончания 3-го периода 2 минуты. Смену производят хоккеисты «Космо». Последние 2 минуты 3-го периода.
сектор по стадиону напоминает нам о последних двух минутах третьего периода. А я вам напомню, что счет 2-2, и это первенство сезона Российской товарищеской хоккейной лиги, сезона 21-22, дивизион «Золотой». Будет проброс. Вбрасывание будет в зоне хоккеистов «Феникса». Сейчас хоккеисты займут свои позиции. Бешаров Тимур на точке вбрасывания. Проигрывает шайбу хоккеистам «Феникса». Отличная атака может у них получиться. Быстрый вход в зону. Оставление передачи на Заварзина. Заварзин за ворота. Передача будет или выходить на бросок. Отдает передачу защитнику на синюю линию. Наброс на пятак. И вновь Калинин прижимает шайбу. Уверенно играет, самоотверженно. Смена в составе и той, и другой команды. Очень важное вбрасывание. Полторы минуты до окончания встречи. Какие-то разговоры на точке вбрасывания. И хоккеисты «Феникса» выигрывают вбрасывание. Передача вдоль борта. Еще дальше. Отличный разворот. 63-й номер, защитник. Костюхин Константин уверенно играет. Навязывает борьбу. Передача на пятак от Олега Квашина. Шайба покидает зону. И звучит свисток. Было положение вне игры. Шайба действительно покинула зону. Последняя минута матча. Вбрасывание будет в центральном круге. Кругу. Какие-то споры. Определились, где будет вбрасывание. Вбрасывание будет вблизи синей линии. На точке вбрасывания 30-й номер хоккейного клуба «Феникс» Иван Сахаров. Заварзин с шайбой. Сахаров не попадает по шайбе. Отбрасываются хоккеисты. Космо. Входят в зону. Чисто судья показывает играть. И сходит шайба с крюка. И наброс 9-го номера на ворота Алексея Петрова не увенчался успехом. Шайба прилетела аккурат в ловушку Калинину. Команда «Космо» взяла 30-секундный перерыв. Хоккеисты «Космо» берут 30-секундный перерыв. Нужна эта пауза была хоккеистам, так как до окончания встречи осталось мало времени. Нужно внимательно сыграть. Сейчас тренеры дают установку. Может быть, есть домашние заготовки. Потому что бросание в зоне хоккеистов «Космо». По регламенту турнира в случае ничейного результата и грамотно выигранное вбрасывание может быть опасным. Будет проведено по 5 послематчевых бросков. Серию послематчевых бросков начнет команда «Номинальный хозяин игры». Судья, диктор по стадиону, объявил нам регламент. В случае ничейного результата зрители увидят по 5
послематчевых бросков, буллитов. Начнут номинальные хозяева. В своей зоне начинают последнюю атаку хоккеисты Космо. И на этом заканчивается матч. Будет проведено по 5 послематчевых бросков. Серию бросков начинает команда «Феникс». Мы увидим с вами серию бросков послематчевую. Основное время завершилось в ничью 2-2. В третьем периоде зрители шайб заброшенных не увидели. Сейчас тренеры назначат исполнителей. Кто стоит в воротах, мы знаем. В составе хоккейного клуба «Космо» это Кирилл Калинин, номер 50. В составе хоккейного клуба «Феникс» это Владислав Дьяконов, номер 1. Исполнять бросок едет номер 8, нападающий Даниил Пили. Ждем свистка, позволяющего начать исполнение броска. Последнее наставление судей. Звучит свисток, и Даниил устремляется к воротам. И гол! Отлично! Не стал слишком близко сближаться. Бросил под щиток. Уверенно реализовал свой бросок. В составе хоккейного клуба «Космо» бросок исполняет номер 13, нападающий Максим Богатин. Набирает скорость. Заходит на вираж. И великолепно играет вратарь. Прочитал момент. Номер 1, Владислав Дьяконов. Переиграл своего нападающего. Бросок исполняет номер 30, Иван Сахаров. И мощно бросает, и уверенно блином Калинин отражает этот бросок. У Сахарова было достаточно моментов в игре. С позиции защитника он наносил броски. К шайбе подходит номер 55 хоккейного клуба «Космо». Кошелев Даниил набирает скорость. И вновь уверенно играет Дьяконов. Также активен в сегодняшней игре был 55 номер. Часто мы могли его видеть с шайбой. К шайбе подходит номер 51 Заварзин. Тоже очень активный в сегодняшней встрече. Смотрим исполнение. И аккурат между щитков кладет шайбу. Шайбу забросил Владимир Заварзин. Поздравляем его. Счет в серии бросков 2-2. Прошу прощения, 2-0. 91 номер подходит к шайбе. Нападающий Маракин Александр. Набирает скорость. Пауза. И уверенно играет Дьяконов. На площадку выходит 23 номер, чтобы исполнить свой бросок, который может оказаться решающим. Нападающий Денис Кулик набирает скорость. Закладывает вираж. И уверенно играет Калинин в воротах. Не подался он на финты, дождался броска и сыграл по броску, отразив блином бросок. Номер 27 выходит на лед, Сергей Щемин. Набирает скорость, партнеры по команде его поддерживают. И все. И не забивает, это означает, что... В серии послематчевых бросков
со счетом 2-0. После матча броска победу одержал хоккейный клуб «Феникс» Москва. По итогу матча хоккейный клуб «Феникс» побеждает и уверенно занимает первую строчку в таблице Российской товарищеской хоккейной лиги сезона 21-22 дивизиона «Золото», с чем мы его и поздравляем. Матч окончен со счетом 3-2. Победу одержал хоккейный клуб «Феникс». До новых встреч! На ледовой арене зажглись огни, этот миг в своей памяти сохрани. Этот спорт любимый для всей страны, где всегда побеждают достойные. Как планету мы делим коньками лед, только лучшему в этой игре везет. Все мы верим, что наша команда забьет, в спорте дружба дорого стоит. Снова Феникс выходит на лед, высекая коньками пламя. Мы забиваем и поднимаем нашей победы знамя. We'll be right back.